Ну что, дорогие друзья, привет всем, рад вас приветствовать всех на финале нашего турнира, который вот-вот начнется. Ну что, как первый раз в жизни? Я смотрю на веселе, все норм. Гудок, что там, у тебя какие сейфовые будут стратки или агрессивные? Вот. Ну приятно, с Максимом всегда классно пообщаться. Так, я время зря не теряю, я просто замучен был, я первую миссию оттачивал мастерство. Не, мастерство оттачивал, там секунд 20 у меня есть запаса на мотике, когда девушку надо довести. Там когда 0.2, это не 20, это 20 сотых типа. Нет. Я прям там максимально срезаю углы, просто сейчас тренировался перед. Ага. Это важно. Я честно скажу, я хочу увидеть и контент, связанный с PogChamp'ом и прохождением, но также, конечно, хотелось бы увидеть немножечко, ну, интересных моментов, связанных с... Ну да, как там... флешка Йолоу страты делает. Какие-то. Да, там... Мимасов точно увидим. Мимасы, да, я хочу мимасы, ребят. Вылеты в воду, может быть. Главное, чтобы игра не вылетала. Там скорая, может, закрыта. Я не знаю, у кого, не важно. Короче, ребят, я отсчитываю, желаю вам всем удачи, на самом деле, и я, как всегда, просто за красивую игру, за борьбу и за, типа, эмоции, вот. И желательно поменьше негативных. Все, удачи всем. На счет три мы стартуем, ребят. На счет три. Готовы? Раз, два, три. Ой, стой, я стартанул. Ладно, я не буду скипать ролик. Все, удачи. Так, ну что, поехали у нас игроки. Ну что, чат, мы будем потихонечку и по спидрану что-то пояснять, и, в принципе, какие-то действия комментировать. Постараемся все экраны видеть, все замечать. Какие-то мелочи, может, не будем говорить. Ну, флешка прям хорошо, мышечная у него такая уже, извините за выражение, дрочь. Гудок тоже кнопочку вперед на мотоцикле накатывает, есть, чтобы разгоняться хорошо. Инфу давайте. И в целом все записали реплей на рампаге. Красиво. Да. Закрыта скорая флешка. Подожди, он бэкап пошел делать. А у него скорая, тут же такси. Да. Все нормально. Ну, кекис пошли. У ребят скорые нормально. 10% шанс, кстати, на закрытую скорую, поэтому флешка у нас лутанул. Ну, Сподливый лутанул. Ну, ему повезло, что очень близко было. Очень близко было. Слушай, ну мимасы поехали уже. Да. Там дальше, когда поехали, вот если дойдет прям подальше, хорошо будет, плотно. Полицейский очень сильно душит. Подожди, а что у Крабика произошло? Дабл реплей не сработал. Он типа, видимо, рэмпейдж, да, где-то криво поставил, и только поэтому он мог стартануть. Да, блин, на три экрана тяжело смотреть. Очень флешка уверенно идет. Ну, Гудка тоже. Офигеть. Примерно то же время у него показывает. Да, они одинаково идут. Гудок вообще, просто он переживал больше всех, думал, что он дальше скорой не уйдет. Сейчас главное на траве не разъебаться. Тут на траве нельзя жать W и одновременно поворачивать, у тебя просто выкинет нахер. Но Гудок успевает, если на ходу спрыгнет, так вообще. Он не ой-ой-ой. Успел. Ему сейчас надо отпрыгнуть сразу. Успел. Бля, на последней секунде. Гудок, кстати, использует свою стратку. Смотри, он не едет дальше на мотоцикле, а едет на мопеде. Я его спросил, он говорит, тише едешь, дальше будешь. Это его девиз. Ну там можно в повороте улететь, да, я соглы. Слушай, подожди, флешка максимальный красава. Успел до рэмпейджа? Не, он еще и мотоцикл паркует к стене, то есть прямо у стены. И это тяжело, он спрыгивает и удар еще нажимает. То есть он прямо адванс стратки использует. Ничего себе, потнич. Так, у Флехи надо потом фотку подмых его в потных попросить, потому что, мне кажется, он потеет мега жестко. Он только из-за этого еще практически Гудка-то обгоняет. Потому что он рискует. Он уже до повара доехал, смотри. Да Гудок на мопеде на своем, конечно. И как этот, мистер Бин, знаешь, типа в каких-то гонках. Но это только начало, ребят. Тут еще столько всего может быть. Флешки сейчас как раз миссия с адвокатами, вот с этими, с присяжными, точнее. Сердечки ставим. Вот задюпал, кстати, хорош. По-моему, Крабик вот что-то это... растерялся. Да. Ему нужно кстати, было... дюпается. Давай объясним мужикам, чату, почему дюпается миссия с адвокатом. Как раз ради машины, которая вторая спавнится и въезжает в машину, чтобы не ездить за ним и не бегать молотком, там что-то долбать слишком долго. По факту, на самом деле, Крабик может просто сейчас играть. Единственное, что у него не дюпнется, это миссия. Ему придется потратить время и долбать в машину. Да, да. Поехать и вручную разъебать их придется, да. Да. То сейчас мы увидим, как проходится умом обычная миссия. Ох, ничего себе, флешка. Флешка поехал на этой.
Смотри, что творит вообще. Разворачивает мотак, все старается, да, все делает. Каждую писечку, да. Не самым лучшим образом с мотаком, но это было по-потному. Флешка что-то не договаривает, мне кажется. Просто каждый год GTA проходить недостаточно. Возможно, он предвидел, что будет с GTA Vice City. Флешка аккуратно делает, он, видишь, не получает контроль с костюмом. Пробили колесо, опа, вот оно, пошла душка. Готов. Но это не супер страшно, на самом деле все равно можно на этом атаке уехать. Но за все время, естественно, такого ни разу не было. Погоди, а флешку тут прессуют, смотрю, мужики, будет тут будет, да, наверное, делать глич с мотоциклом, это сейчас тяжелый будет. Нам надо будет сейчас выпилить мужиков с бензопилы, развалить их всех. Ну, он одежду взял, должен сделать, хотя она и потом пригодится. То есть сейчас, ребят, одежда дает возможность, если вы в реплее переодеваетесь прямо перед катсценой, то вы в катсцене можете управлять своим персонажем. И это очень много где помогает сэкономить драгоценные секунды для наших спидранеров. Вот сейчас тяжелый момент, там в тайминг надо просто нажать правильно. Должен успеть, он там прям хорошо нажал. За долю секунды. Еще попасть надо. Бежит вперед. Могли задавить. Главное поближе подойти, можно даже не стрелять, чтобы потом... Во, хорошо получилось. Это идеально, прям идеально. Тут не стал делать. Гудок, кстати, почти дождался того, что мужик уедет, и он получил 2 звезды, кстати. И поехал по своему пути какому-то. Ну, Максим, главное, чтобы не заблудился. Да, Крабику, видимо, в чате подсказали, что там просто дальше делаешь. Все. Да, он скорую взял, красава. Но он столько времени просрал, 20 минут. Он мог просрать 1 минуту, там ничего страшного. Но он просто не знал, наверное. Ребята у нас, тоже надо скидку, у них всего было, ну, грубо говоря, 1.5 дня на тренировки. Там кто-то 2 стрима запустил. И, соответственно, может быть, какие-то моменты они просто до конца не поняли, как работают. Ой-ой-ой, флешка с первого трая делает глич. В принципе, он не тяжелый, если плечо провалилось, можно сразу на дыбы вставать. У флешки сейчас смешной момент, кстати, будет смешная миссия. Слушай, да, сейчас бы же мы будем по крыше, да, бежать и тачку. Угу. Там будет смешно, что можно ее своровать, с мужика довести побыстрее, потому что он сам дорогу домой плохо знает. Берет контроль. Вон, вытаскивает из машины. Да, едет. Тут суть, ребят, в том, что надо... Ой, не получается у него. Не получается у него, да. Ну, это не проблема. Это небольшая потеря времени относительно того, что мы видим на других экранах, если честно. Придется за ним теперь ехать. Ну да, дольше там. Сколько секунд? 30-40 где-то. Ну, хотя бы нет его тиммейта, да? То есть, если мы не вытаскиваем, тут он сидит и стреляет по нам еще, если что, ребят. И он реально может убить. Так, Гудок на моменте стреляет, заблудился. Сейчас поедет за мужиками. Кстати, не знаю, в курсе ли он, как их убивать, потому что, ну, сзади в них стрелять нельзя, надо сбоку. Я просто ни разу не видел, чтобы Гудок боковую камеру использовал. Смотри, подрезал. Не, он не знает, он просто подрезает. Он просто пытается подрезать, он не знает, что с боковой камеры можно. Че, не попал, еще поехал. Бля, все патроны кончатся еще. Ну ладно, в принципе, тут скриптуха, он когда далеко уезжает, он... Тормозит, да. Он начинает притормаживать. Хорош, скинул его. Ой, бля, патроны реально заканчились. Нормально, действительно. Главное, что получилось. Вот, кстати, мы сейчас у флешки увидим, зачем нужна одежда с катсценой, чтобы стрелять из пулемета каждый пиксель. Кстати, мы увидим разницу в стрельбе у Гудка и у флешки тогда, потому что Гудок не брал одежду. А он, кстати, я не обратил внимания, он в итоге вообще не взял ее, или он после миссии? Я не видел. Но пока он на прогулке, он типа ему нравится бегать, гулять. Максим вон вообще не брезгует, по правилам дорожного движения ездит. Не, смотри, все-таки приехал на одежду. Но такое ощущение, что он ее искал. Потому что он вроде как давно закончил миссию. Он открывал карту и искал, где одежду. Так вот, самый момент. Подожди, целится в Лэнса. Не, не стал. Не, убил. Ошибка. Перевернулся. Он перевернулся. Сейчас успевает выйти вроде. Нет? GG, mission failed. Флешка взорвалась. Он слишком высоко еще в него выстрелил. Он слишком рано, пока мне показалось. Ну ладно, вот у нас и камбэчная для мужиков. Ну сейчас, да. Подожди, только Гудок найдет, куда ехать по карте. Ему бы такси, блин, чтобы сразу довезли, блин. Так, Максим куда-то подглядывает. Шпаргалки какие-то, у нас разрешено такое вообще? У него тетрадка, куда все записано, что делать надо. Я сегодня спалил, я зашел к Максу, он говорит, я что, говорит, зря тетрадку записывал, что ли, конспектировал конспект, как в институте сидел. Кстати, а Гудок, подожди, он хочет, он поговорил по телефону, у него открыто уже все, ладно. Да, он поговорил. У него по-своему, да, то есть тут можно проехать, не говоря по телефону, сразу заварпиться внутрь, как делал флешка. А можно поболтать, чтобы нет. Преследование, погоня у Гудка. Давай посмотрим, как Гудок будет делать. Да, Гудок это тренил сегодня, я видел.
Так, бежит, обгоняет на бочечках. Тут главное рано его не обогнать, иначе он встает и охуевает такой, типа, ты что, меня обогнал, что делать? Так, не видно за веткой. Нормально нажал. Едет к стене. Сел. Хорош. Сел. Жесть, он... Как он... А что произошло? Как он умер? Он под колеса попал в стоящей тачке и умер. Правильно. Типа его задавило. Я все сделал четко, я все сделал правильно. Это GTA, да. Вот ты, казалось бы, на тренировках можешь никогда. У меня лично Friendly Fire ни разу не было. Вот. Я бы запомнил. Вертолета нету, флешки. Подожди, а он не вылазил из вертолета, что ли, опять? Да, ясно. Он не вылазил из вертолета тогда, ему задиспаунил вертолет. Вертолет экономит просто триллион времени. Угу. Огромное количество времени. Вертолет это, ну, по сути, это и есть спидран. Самое быстрое транспортное средство здесь. А, просто, ну, без вертолета там же просто миссии нереальные, где копы начинают душить. Ты когда выезжаешь, там вот это все душка жесткая и так далее. Дети надо в торговый центр кататься, там на вертолете гораздо приятнее. О, торговый центр с 5 звездами. Вот это, кстати, будут основные мемы. С вертолетом там не так много мемов. Там главное, когда выходишь, просто так по сторонам смотреть. Так, Гудок опять пробует эту миссию. Не видно за вебкой у него. Все получилось. Встать к стене ему нужно, чат. Хорошо, немного кривовато. Теперь сесть, чел сест. Ну, блин, раньше. Как только начинается анимация посадки, надо уже лететь. Вот, получилось, Максим. Все, хорошо. Куда едем теперь, Максим? Ой, да, Крабик пытался, ну там еще для байкеров двух. Крабик пытался сложную стратку сделал, пересадиться на прям, да, они пизды дают, если ты их вытаскиваешь. Давай, Краб. Нет, не тут, блять, к стене едь. Все, он уехал, все, отпустило, все. Минута езды, нормально. Там сейчас начнется дрочило. Опа, Гудок делает. У него не получается, да. Там вообще можно варпнуться за мост как-то иначе, я помню. Но я не помню Крабик, как. Крабик, кстати, на этом же месте Крабик, и он делает. Слушай, я ни разу не фейлил эту тему, я даже не знал, что можно... Ну, я ни разу не заезжал аккуратно, вот так вот, но я даже не знал, что там можно зафейлиться. Да, Крабик делает. По факту, ребят, там игра так устроена, что там есть невидимая стена и одно очко ровно для этой машины. Соответственно, просто едешь на полной скорости в стену, и ты никогда не промажешь. Но в первый раз у Максима машина загорелась, насколько я понял. Гудок ищет ту же машину, чтобы там поплавать. Еще видишь, Максим ищет машины вместо того, чтобы просто обновлять трафик. То есть он может просто встать на дороге и постоянно отворачивать камеру, обновляя трафик, пока не появится нужная машина. Гудок просто не знает, куда ему ехать, ребят. Поймите правильно, у него времени не хватило. Он просто не понимает, если у него нет вертолета, что ему делать. Пускай на мотоцикле заедет, попробует. Скажите ему, пускай нам любой мотик возьмет и на мотике ворвется. Так, у Крабика что-то не выходит. У него мало хп, и он в катсцене. Машина в катсцене немного тушится. Его взрывают. Да, но он долго там возился, им нужно было уже выбегать. Но у него было 53 хп, он мог не добежать просто. Гудок в итоге пешком доехал, и все нормально. Вот у него. О, красава вообще, лучший. Да, он шел впереди Крабика. Но это вот то же самое, что у Крабика в самом начале было, да? То есть ребята пробежали, а вот какие-то такие мелочи, чтобы их обкатать, нужно действительно с этим встретиться и понять, а что же делать. И когда ты начинаешь после фейла разбираться, как камбэкнуть, ты начинаешь понимать до конца, как это работает. Флешка варпается внутрь, да. Да, он не, ну типа это плечо не пропадает сейчас, так, текстуры. Просто shift надо спамить, он не спамит, у него стамина кончилась, ага. $50 000 уже флешки платят за миссии. Он уже серьезный человек. У него сейчас будет жара, он же сейчас как раз в торговом центре будет витрину ломать. После этого у него будет 5 звезд сразу. Да, он сейчас варпнется на тачке, а потом, когда он сюда приедет, у него будет вертолет тут стоять, и он выйдет и на нем улетит. Ему главное, вот сейчас супер важно, после того, как он сейчас сядет в выставочную машину, ему очень важно больше там не стереть, короче, вертолет из памяти. Вот если вот этот вертолет проебать, там действительно придется ехать с огромным количеством звезд, блин, и будет действительно проблемно. Он сядет вот в эту Феррари, нажмет покупку верно, дома и окажется там. Блин, я тоже 100 лет назад уже смотрел эту тему. Опа!
получилось. И из-за того, что мы варпнули сейчас из торгового центра, у нас текстуры не прогрузились. Да, по карте тут... едет. Ну, по сути, по прямой практически, да, он вот справа у особняк. Так, погоди, я точно помню, что Душилова с ФБРом будет. Да, да, я тоже помню, из-за этого у меня какая-то, это, какая-то непонятка. Там то, что они, ты их если не задиспавнишь, они там пиздец тебя дрочат жестко. Я тоже помню, у меня что-то, надо посмотреть, должно быть, да, что такое должно быть. А сейчас посмотрим, подожди, Кирилл, я тоже как бы сам понимаешь. Это когда, короче, не смотрел GTA-шечку. Короче, молчим, делаем вид, что понимаем все. Да-да-да, там все правильно. Все правильно делать. Так, ну флешка, да-да-да, все правильно делать. Сейчас, кстати, сложный моментик будет один. Очень неприятно его зафейлить. Это когда ему надо будет кинуть гранату и тут же сесть у фонаря, чтобы двух байкеров сбить. Я припарковался, он взрывает так тачки. Да, он не кидает гранату. А, нет, он кидает. Одну гранату, да. И надо бежать. Так, а, ну он типа вдаль хочет стрелять, у него снайперка. Ой, не снайперка, штурмовая винтовка, потому что есть, он сможет и вдаль их убить. Хорош. Да, да, такая типа. Он, у него сейфовая получается стратка с хорошим оружием. Вот. Вот да, она, да. Мы не сумасшедшие. Вот эта миссия. И на этой миссии, если ты хорошее количество задиспавнил тачек, ты просто чилишь. Так, и вот 5 звезд. Тут могут быть копы, но... Да вроде немного. Тут проблем нету. Вот, и вот тут вот этот вертолет очень важный. Тут, конечно... Без него грустно бы было. Будет выпилить, Крабик ворует танк, смотри, у него нету оружия, он пистолет не взял. А там в порту, где ты берешь эту миссию, прям пистолет лежит. Почему он его не взял? Он кунг-фу устроил. Да, он решил отпиздить военных, но они типа... А сейчас он его бежит, берет, смотри. А он, ему мы, наверное, подсказали в чате, да? Или он просто забыл о нем. Забывает. Может быть, забыл просто, да. А Крабика в итоге душит, там окружают военные с танком, но он, бля, пофиг, он в танк. Я только сейчас заметил, что у Крабика видос реально открыт, блин, надо это, надо его вебкой. О, кстати, сейчас будет момент, еще тоже звонок, надо не обкакать. Здесь посмотрим, будет ли он скипать диалог. А, нет, подожди, мы сейчас с катаны мужика пойдем резать. Да, мне, кстати, очень нравится эта миссия. Мне всегда нравилось вот спрыгивать с жопой, короче, с этого, с корабля. А, с корабля? Прикольно. Да, да, тут очень классно. Ты как бы забегаешь, типа, этого шеф-повара зарезать, и после этого спрыгиваешь с жопой с корабля, ну, там тебя респит ровно так, как ты, соответственно, должен нажать кнопку. Выглядит эффектно. Да, довольно клево. Если посмотрим, будет ли флешка так делать. Ага, нет, обкатался. Да, не получилось. Ну и тут можно немного пизды получить еще, да. Он в другом месте так прыгает. Вот так должно было сверху произойти. Да, но сам в него стреляет. Начал. Вот тут, кстати, тоже может быть рафлан лицо. Ой, оно происходит отчасти. Окей. Так, а что, флешки мороженщик поехал? Ой, это вот, блин, чату надо объяснить. Короче, ребят, так как эта игра старая и немножко кривая, прямо скажем, внутри... Здесь есть такая история, что, ну, в один момент вам нужно скупить 5 бизнесов, чтобы прокачаться и, типа, открыть следующую сюжетную линию, да? И каким-то хером все то, что происходит на экране флешки, работает и выполняет конкретно вот эту задачу. Он, короче, ездит к мороженщику, держит звонок на халде, и я уж подробности там точно и не помню. Ну, короче, игра думает, что он каждый раз покупает различные бизнесы. А тут местами ты не можешь бизнес купить, пока ты где-то репутацию не прокачаешь, где-то еще что-то. Но вот таким способом 5 раз, в общем, в игре, ездя, в игре... он покупает. Как раз-таки японская версия, да, нужна именно для этого скипа, потому что тут он работает. Так, я уж, честно, потерялся, на какой части Максим находится. Он сейчас, по-моему, с Лэнсом, как раз-таки Лэнс ему спасти надо с завода, да? Там, кстати, сложно. Да, да. Максим, если не супер много опыта, сложновато может быть. Тут хорош, очень опасно. Приземлись. По нему уже стреляют, кстати. Ой-ой-ой, он задел лопастями эту штуку. Нужно еще машину. Етить, ну вот. Гудок прям решил всех поубивать. Эти-то, ребят, тебе что сделали? Этого... Так, ну Гудок со всеми справился. Вертолет вот у меня диспавнился. О, вертолет поехали, чуваки, сейчас будем смотреть. Да, флешки. Сможет ли он прицелиться и попасть? Дождя нет. Пытается. Какой-то сетапчик у него есть, смотрим. Я по окнам целился. Надо быстрее, прям можно прям херачить прям. Не, херачить нельзя, потому что если будешь слишком быстро делать. Вот, поменялся диалог, кстати, сработало. Блин, флеха хорош вообще. Мое почтение. Крабик, смотри, пытается прострелить мужика, у него пилы нет. Все, прострелил. Впереди, бля, кстати, он идет, супер, идут трансляции. Супер далеко, да, ребята. Надо в том бежать через стену, жарабасу.
Кстати, зацени, Макс, как аккуратно паркует вертолет. Да он чат читает. Он сейчас, кстати, у этих столбов не... Ой, бля. Ну куда ты на проезжей части это вылазишь? Лол, там... Лэнса сбили! И в итоге Гудок задоджил, но он, ты, блядь, вдумайся, лихач развернулся и доделал начатое, ты вдумайся, вот, бля, это GTA, ребят, добро пожаловать. Максиму не смешно, но я, конечно, ждал такие моменты, потому что это GTA, вот такая херня происходит. Так, а у Флешки пошла последняя миссия. Вот появился у нас Лэнс у Флешки. Мы сейчас побежим. Ну, кстати, он еще реплей одежды не взял контроль над персонажем. И он бежит по сейвовой, потому что бензопилы-то нету. Да, на крыше надо будет убивать. На крыше убивать, тебе надо будет клипаться. Ага, он даже полностью на крыше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он недаром броню собирал всю игру. Да, он, обрати внимание, всегда сейфово на броне прям находится. А, Флешка. Флешка прошел игру. Появляется мужик финальный. Блин, он сейв не сделал, да, в конце эту кайфулю. А он, ну, он просто не сделал реплей на одежде, поэтому он не может контроль над персонажем в катсцене сейчас взять. Там была сверху, можно было заранее сделать. Он просто сделал на верочку. Все, готов. Все, пошел. Время. Сколько? 46, сколько времени? 47. 47 это час 13 получается. Ну что, мы поздравляем Флешку заочно с первым местом. Да, у нас еще 40 минут, и мы их обязательно будем смотреть. И, к сожалению, ребятам наверняка в чате проспойлерят, но... Флеха, ты вообще подожди, ты... Давай сознавайся. Ты вообще шаришь, я смотрю. То есть это все нюансы уже знаешь, все бэкапы, короче, все вот эти. Я вот за день, целый день сидел. За день? Целый день сидел, да? Целый день. Рассказывай, короче. Где Гудок, можете объяснить? Он пошел мини-игру какую-то выполнять? Не, он, по ходу дела, как-то пошел по помойке? За снайперкой по-другому как-то совсем. Он, по ходу... Он идет Кортеза убивать? Он да. Не знал, что можно через текстуру забежать, наверное. Да, он просто не дошел. Я понял, какой он миссии. Да, он просто не дошел до этого. Не, ну это хороший вариант. Ну да, у него был шанс тут обойти Крабика, по сути, если бы у Крабика еще что-то не пошло. И, ну, я вам имею в виду то, что Гудок просто не успел закончить ран, да, за день потрейдить. И он просто проходит, как зрители Кармика писали, летсплеем. Сейчас летсплейщик победил. Кстати, Крабик сейчас будет. Может, у него прыжок получится? Давай проверим. Давай, да. Да, я тут убил даже специально челика, чтобы он меня не застанил. Душил, но да, по итогу все равно... Что-то какие-то снайперюги там на охране. Не а что, у меня копы тут подъехали, типа, тоже. А он вроде Крабик, он не сразу прыгнул, он подошел немного и ножкой из-за этого зацепился. Максим варп не использовал. Блин, я... А, он только сейчас... Подожди, у него был варп, но он не выехал. Почему он это не сделал? Не досмотрел, наверное, до этого момента. Он сейчас нажал, видимо, в чате написали, Максим, там, нажми F3. Он таксистом подрабатывает. Ну, хорошо, идет. Я рад, что Максим не сдается, что у нас есть контент. У нас 28 минут еще, ребят, до конца ивента. И мы продолжаем смотреть. Крабик делает как раз-таки вот эту покупку бизнеса. 5 раз мороженщика надо заполучить. А Гудок да, он делает в торговом сейву. Центре. Ну, смотрите, по поводу Гудка, да, вот полтора часа, а по сути-то ему не так далеко до конца игры. Даже если он будет сам бизнес и делает, это можно точно назвать спидраном все-таки. В любом случае, это спидран, это игроки за день. Смотрите, очень серьезно. Я очень надеюсь, что ВК-плей зайдет и будет второй сезон. И вот как вы смотрите, я думаю, ну, не знаю, если одна игра, то дня три нормально должно быть. Три вообще вот, да, оно. Три спокойно. Просто смотри, еще типа зависит от того, есть ли вероятность офнуть просто все свои дела и сидеть только вот этим заниматься. Ну это извините, дня. Ты стример или нет, кто? У тебя вообще дел не должно быть. Ну понятное дело, ну. Блядь, теннис поиграть. А у меня гольф. Ну надо это... Етит, 600 тысяч призовой выделили, блин, отложи ну, там. Ну, это как блин. Бы в реале тоже, как бы, спортсмены. Не, ну не долларов, блин. Бля, Аршавин сидит такой. Типа, ну, может, матч там попозже. Да, мне, бля, пивка попить охота, блин. Я уверен, такие диалоги были. Там, знаешь, тренер заходит, и там, кто там этот, Газаев, или кто там сейчас тренер там. Андрюха, блядь, тренить, ёпты. Да и чё, мне хочется там это, ну, типа, блядь. Пивка с мужиками. Бля, орешки только взял, блядь, только открыл, блядь. И где-то уже вступает как раз... У Гудка оружие кончилось. Типа рандомчик. Гудок, кстати, Гудок по-взрослому делает. И коп подбегает. Он сейчас его бахнет же.
Ой, а его убивать нельзя, у тебя проблемы будут с законом, братан. Но тут уже Гудок не тренил, да? Он вот гранату не взял, гранаты бы тут убил легко. Но правда, но без... Максим реально не очень отстал, да, смотри, что перебил. То есть... Не, у него неплохо шло, но он видно, что здесь уже не знает просто, куда идти. Он как заложник просто ситуации. Я бы, на его месте сейчас разъебал бы эту тачку, ее закинул бы туда, поняли, да, чтобы она внутрь заехала и взорвал бы. Он так делает сейчас почти. Ну надо вылазить! Подслушивал. Ну не, он ее вывел оттуда. Надо было на полной скорости туда. Ну не, говно какое-то вышло. Это очки не стайла получились. Ну тут как бы... Честно признаемся, ребят, борьбы-то нет между Гудком и Крабиком, да, Крабик сильно впереди все-таки. Но, опять же, признаться, даже если бы у Крабика вначале все нормально пошло, но он сильно отставал по времени, очень сильно. Его спасало только, если бы прям фейлы какие-то жесткие были. У Крабика последняя миссия, ребят. Крабик, если он за ящики не сядет. Да, он очень много хп тут потерял, у него стамина кончилась. Он не сел за ящики, он ему сейчас пизды насыпет. Ну, понятное дело, если у меня все получится, успел. А Гитман не будет делать скипы, например, то понятно, что шансов нету. Но то попробуй сделать. Дись каскадер, блин. Прошел Крабик. Время. Минута 12:40. Ну, получается, сколько у нас? Час 47:20. Время Крабика. Так, Гудок. Гудок, узнав эту новость, совершил самоубийство путем утопления. Мы это не одобряем, ребят, но в GTA что можно. В GTA? Бля, ему сообщили, ну нахрен вы докладываете, тайминг еще же. Максим, давай эту миссию хотя бы. За маму, за папу, за бабушку. Надо было бить по лицу рядом с гаражом. Сложно. Надо было, бля. Да, реально, да, типа, не, Гудок все что-то, он, вот его спидраны доводят до нервного тика, он сейчас только что сказал, что надо было по лицу бить кого-то из вас за гаражом, типа, чтобы... Не надо было. Бля, этот летсплеер, погоди, охуенно играет. Подожди, я прям ржу. Проходит. Сейчас с ментом подраться решил, типа. Давай, Макс. Как же красиво у него игра выглядит, хочу заметить. Не 400. А, кстати, во, подожди, у нас вопрос возник, когда мы смотрели Крабика, как забиндены на одну кнопку. И второй. Ну, все. Лэнс не заходит. Вроде да. Я делал пока. Радио Лэнс с тачкой переехал. Тогда все. Я просто думал. Бля, там Лэнс в кому впал, чуваки, блядь, не встает. Но его полицейский. Скорая приехала, не помогает. Лэнс его столбом прижала. Его столбом прижал на стол. А, Лэнс там, да, неадекват опять. Да, Лэнс лежит. А просыпайся, блядь. Да, всё, надо ударить его, надо ударить. Да, типа, когда выходишь из этого. Вставай, блядь, добил его. Ладно, короче, всё, я один раз сел. Бля, Максим, это был лучший момент турнира, если что. Надо было дефибриллятор достать из тачки и поднять его. С вертолетом тоже мы ржали, но вот это мне больше... Там это вообще какой-то бред, блин. Ну мы поздравляем тебя, Максим, в любом случае, с третьим местом. Это исключительно моя ошибка, то, что мы сразу игру дали, потому что... Это я предложил, и да, я действительно не подумал, что... Да, мне кажется, мало что бы изменилось. Если ну, не суть, не там. Суть. Должно быть все красиво, должно быть все круто. И в любом случае, спасибо тебе, что ты тренил. И, ну, был классный ран. И, бля, вот эти... Вот я, GTA, вот, Максим, ты хотя бы это поймешь. GTA заказано было именно вот из-за этих моментов. Из-за этого момента с Лэнсом. Из-за этого момента, блядь, с вертолетом. Ребята слишком сильно задрочили его. Вот на GTA надо было дать поменьше времени, часов 5. Чтобы у большинства были вот эти моменты, и мы бы сидели и ржали. Короче, не знаю, турнир получился крутой. По эмоциям моим лично 100%. По вашим расскажете обязательно. Но я так понимаю, тоже всем все понравилось. Максим, тебя хочу спросить, потому что у тебя первый опыт все-таки. Ребята, ну, знали в большей степени, на что идут. Тебе вот именно ты бы принял второй раз участие в такой теме? И что бы ты, может быть, добавил? Ну вот... Первая игра была вообще настолько идеальной, то есть мы ее оба не знали. Спасибо. И ну, в одинаковых условиях были. Ее прям и тренить приятно было, потому что она линейная. Линейный спидран, он намного проще, чем спидран вот такой, когда есть открытая мапа, и ты должен по ней ездить и плюс-минус знать мапу. Но... Подобные игры будут, то я с удовольствием поучаствую. Еще у меня идея есть, что если между групповым этапом, ну, назовем групповой этап, плей-офф до финала, да, ага. И финалом делать, может быть, какой-то шоу-матч среди спидранеров топовых. На фоне нас бы, ну, глянуть профиков тоже было бы прикольно.
Какой-нибудь игре, да, да, вполне. Так это, по сути, вы начинаете вот эти движения в зарождении индустрии спидранов в России. Возможно, мы стоим у истоков сейчас. И через 10 лет, когда мы будем сидеть где-то в своем дворце, мы будем вспоминать, как вот, блядь, на коленке. Вы вообще видели мой продакшн на стриме, если что, блядь? Посмотрите. Да, продакшн крутой. Вот, смотрите. Ну, здесь ты даже не попробовал сделать? Раз, раз. На Твиче у нас мертвая эта тема. Ну, мертвая. И как бы ее раскачать, мне кажется, это было бы круто, чтобы люди понимали, что Кармик трахает 12 часов, что там, фонарик говорил, или бочку, или что. Фонарь, не просто так. В этом есть глубокий смысл. Эти все дифирамбы к чему? К тому, что спидраны многообразны, разнообразны, и на любительском уровне просто залететь и поиграть очень даже интересно, особенно посмотреть на какие-то такие соревнования. Короче, надеемся, что это взлетит, надеемся, что VK Play это зайдет, VK Play Live, надеюсь, что им турнир понравился, результаты, какие у них свои там метрики, я надеюсь, им тоже зашли, потому что ну, мы постарались, ребята постарались, поздравляем их с заслуженными призами, и надеемся, что это не последний турнир. Обязательно хотелось бы, конечно, еще. Поздравляем, да, Флешку. Спасибо огромное Крабику, Гудку, Кармику, Гитману и... Да вам спасибо, да, Саня. Сане Вудушу. А, и Вудушу Сане, ё-моё, забыл, блядь, топор, топор, стена. Саня, топор, стена. Да, было круто. Надеемся, и зрителям тоже понравилось.